Центр подготовки снайперов «Восток» будет построен в Надеждинском районе Приморского края, общая площадь которого превысит 850 гектаров. Мы такой центр создали в Якутии. Он лучший сегодня в России. В Якутии мы его создавали, так сказать, опираясь на воинские традиции якутских стрелков в годы Великой Отечественной войны. Федор Матвеевич Лубков, другие снайперы Якутии, они покрыли свой боевой путь славы. Но это Великая Отечественная война. А вот в сегодняшней специальной военной операции очень достойно работают на линии боевого соприкосновения подразделения Тихоокеанского флота, 155-я бригада морской пехоты, которая одна из первых на СВО создала снайперские подразделения под руководством героя Российской Федерации Ярослава Якубова, здесь присутствующего. Ну и на это тоже можно опираться. То есть здесь есть ребята, которые могут хорошо учить. А нам сегодня надо, чтобы наши бойцы были подготовленнее всех в мире. Тогда мы победим. В центре подготовки снайперов будут проходить презентации транспортных средств, беспилотных систем и крупногабаритных образцов вооружения. В Приморье сегодня, вы знаете, воюет 50 220 человек. Это большое количество, и, безусловно, это воины-тихоокеанцы. Это и ребята-десантники 83-й бригады воздушной, это 5-я армия, это воздушные полки. Вот, поэтому, конечно, у нас сегодня есть система воспитания школьников. Пока она идет под авангардом, будем думать, смотреть, значит, как ее лучше дальше адаптировать с тем, чтобы ребята по окончанию учебы проходили уже опыт уже, и в том числе на стрельбище занятий определенных со специалистами. Вот, поэтому мы со своей стороны оборудовали и полигон Бабурова. Вот, дальше продолжаем работать по обустройству непосредственно тех полигонов, где занимаются ребята, записавшиеся на контракт, где проходят подготовку. Но у нас действительно нет такого полигона, где могли бы тренироваться чисто снайперы по дальней стрельбе, значит, стрельбе от, до 2 и более километров. Вот. Но и с учетом того, что здесь 155-й бригаде есть те парни, кто уже, как говорится, прошел и военное действие, и обладает этими навыками, то, конечно, с учетом поддержки со стороны Юрия Петровича, Минвосток развития, то мы за это дело возьмемся. Герой России Ярослав Якубов уточнил специфику подготовки снайперов в Приморье. Будем строить учебный центр, опираясь на опыт, который продолжает развиваться, который мы продолжаем получать в зоне специальной военной операции. Будет он больше склонен к ведению боевых действий. Если в Якутии мы стремились к тому, что это степь, низкие температуры, экстремальная погода, то в Приморье мы будем опираться больше на лес, на стрельбу, на дальность и на стрельбу под различными углами вертикальными. То есть свои особенности, конечно, будут присутствовать, и это станет, центр станет, наверное, одним из таких больших и важных центров подготовки молодежи и подготовки специалистов в целом. Планируется, что обучение и тренировочные занятия для детских и юношеских организаций будут проходить в рамках начальной военной подготовки. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.